Привет. В общем, я, мягко выражаясь, зла. Ну, не зла, ну, короче. Короче, мою полы. Осталось мне домыть каких-то, ну, 2 метра квадратных. В магазине никого, ну, только один постоянный клиент, который там играет, ставки делает на лошадей. Ну, это так. В общем, зашли 2 мужика. И видно, что они зашли, знают друг друга, разговаривают. Зашли, ручки, значит, умыли спиртиком и зацепились языками. Ля-ля, 3 рубля, 3 рубля. А у меня тут остается 2 метра квадратных. Думаю, я одного знаю, то он вроде как сосиску всегда берет, а второй, то у него такой всегда авансерт заказ. Ну, всегда много чего разного. Я, значит, это самое, думаю, сейчас они подойдут, я быстренько их обслужу и домой пол. Вот, в общем, бросила все, смотрю, пол не то, что это самое, жду 5 минут, жду 10 минут, они зацепились языками крепко, и, в общем, не оторваться. И уже потихонечку, сначала стояли возле этой спиртоприемника или отдатчика, и потом, значит, так передвигаются медленно-медленно. Ну, я, значит, смотрю, уже 15 минут прошло, они все еще никак расцепиться не могут. Вот, ну, стоят, ля-ля, 3 рубля. Тут, значит, зашел еще один покупатель, заказал, как говорится, полный пакет. Нужно ему было и гамбургер, и помфри, то есть картошку фри, и еще и коктейль молочный. Вот, я начала все это делать одновременно, смотрю, уже очередь, еще 2 человека зашли. Еще зашли 2 человека, ждут, пока я там сделаю. А гамбургер и картофель, и еще молочный коктейль, то есть они очень, по сути дела, они немного времени занимают. Там гамбургер, там минуты 3, картошка минуты 3, скажем так. Ну, ну, я по максимуму беру, то есть это 6 минут. И за 6 минут, в общем, нужно как-то успеть, то есть где-то наложить что-то, это самое, кинуть. Потом, значит, я молочный коктейль сначала одно насыпала, потом второе, потом третье, потом... Ну, короче, это все одновременно. Тут жарится, там переворачиваю, тут засыпаю, тут заливаю, тут все это меняю. Тут, ну, короче, все, такой пошел раш. Смотрю, значит, уже 2 человека, это новоприбывшие, уже смотрят на меня. Уже 3 человека. Я, значит, этому мужику, он стоит возле кассы, думаю, что ты стоишь? Оказывается, ему еще квиточек надо было. Вот, ну, короче, отдала ему квиточек, все. А все, значит, уже подготовила, отдала на руки. Все, он, значит, ушел, подходит следующий, мне говорит, пиццу. Я взяла заказ на пиццу, потом, значит, подходит еще мальчишечка и говорит, мне бургер. Замечательно, я беру этот заказ на бургер. Ну, то есть я еще стою возле кассы. Тут подходят эти 2. И я с дуру, надо было их оставить вместе ждать. И я с дуру беру одного из них заказ на сосиску. Ну, сосиска, что ее там сделать? Раз-два и готово. Но у меня же впереди пицца, и у меня впереди полный... боекомплект с этой, господи, с этим гамбургером. И я начинаю делать пиццу, потому что тот ждет. Это нужно в течение 15 минут сделать. Значит, пока я тут эту пиццу быстренько накидала, печка уже пищит. Я закинула гамбургер, хлеб туда. Потом, значит, вспомнила, что оказывается у нее не тот гамбургер. Нужен был не медиум, а нужен был большой. И я вот так вот туда-сюда мечусь. И этот вдруг один из них, зацепившийся языком, говорит, сколько еще ждать мою сосиску? Вы понимаете? Это они, это же он, зараза такая, зашел минут 20 назад, сцепившись языками, они не могли подойти к кассе сделать заказ. И сейчас он на мне вымещает вот свое, понимая, что он спешит. Но твою ж мать! Ты стоял здесь 25 минут с этим мужиком и трындел. Ну, я ничего мне не... Я просто сказала, я говорю, да? Было видно, что вы не спешите никуда. Вот, ну, отдала ему сосиску, потом отдала мальчику его гамбургер, потом пицца поспела, и как раз вот тот второй сделал заказ, я его отдала, все, что ему там нужно было, там 33 вещи. Ну, в общем, вы понимаете? Вот, казалось бы, вот так вот на пустом месте возникает раш. Вот этот час пик.
То бишь, эти два стоят, трепятся. Но если ты так спешил, ну почему ты не подошел, не взял? Никого не было в магазине. Никого. Ты бы мог подойти и взять, сделать заказ, стоять с этой сосиской и жрать ее. Кушать, извините. Стоять, кушать ее. Одновременно с этим мужиком тоже бы он стоял и кушал, и вы бы мирно трепались. Нет, вот на меня спустили всех собак. И кто виноват? Я виноват. Я уже миллион раз зарекалась и все равно нарушаю это. Взяла один заказ, выполни, отдай. Берешь второй заказ, выполни, отдай. Ну, я же все время спешу сделать это как можно быстрее, чтобы там 2 минуты, там 3 минуты, там это самое, чтобы ты вот между вот большим заказом ты успевал сделать несколько маленьких. Ну, блин, все равно жопа получилась. Я вообще вот так вот по-хорошему, вот за один гамбургер я могу выполнить 2 заказа дополнительных, там по пару сосисок где-то там кинуть, пока там одно дожаривается, второе быстренько это самое шасть туда-сюда, и получается, что обслуживаю 2-3 клиента вот за это время, пока тут гамбургер готовится. Но Все, как говорил Савелий Адамян, Самвел Адамян, то бишь, с этого дня я буду все время ходить вот так красиво. С этого дня я так буду брать только один заказ, выполнять и брать следующий. Это. Зарекалась, а? Девка, да. Ну, в общем, Что хочу сказать? Я, конечно, буду... Сейчас я немножко это самое пожужжу. Успокоюсь, расслаблюсь. И буду делать то же самое. Но вот некоторые моменты, конечно, меня напрягают. Потому что... Ну, вы же зашли. Почти 20 минут вы были в магазине. Ну, возьми ты, сделай заказ. Все. И вот получилось, что 6 человек, которые вот эти двое, которые раньше всех зашли, и они получили позже всех свою еду. Ну, произошел бы, видишь, никого. Сделай заказ, получи свою пайку, кушай на здоровье. И я успею сделать, и то успею. И получилось, что они все одновременно зашли, и все одновременно 2 гамбургера, молочный коктейль, сосиска, пицца. Ой, и еще там куча всякой мелочи. Ну вот казалось бы, ну видишь, никого нет. Ну зайди, сразу, сделай заказ и все. А то бывает так, зайдет какая-нибудь толпа, и вот это кто-то стоит, там глазки строит кому-то, там девочкам, мальчикам или еще что-то такое. И значит, а тут, значит, забегает, то есть, ну, 2-3 человека, допустим, стоит в магазине. И вдруг забегает толпа. То есть те стоят и думают, что они сейчас купят именно вот эту сосиску. Тут забегает толпа, быстренько разгребает все сосиски. И когда уже те, стоящие внутри в магазине, подходят вот к кассе, а уже там, извините меня, сосисочки это улетели. Вот. Как у вас нет? Ну вот, да, вот видите, перед вами. Да. Как там говорят, большой семье это не щелкай. Вот так.